Ага. Да, да, обязательно. Но это, собственно, на следующем занятии будет. Дело в том, что один из очень важных моментов, который способствовал превращению наших предков в людей, в частности, стабилизации как раз геогенетики, того, что для нас с вами получилось. Папа, мама, дети. Вот такая компания, да? Вы знаете, связано с чисто физиологической реальностью. Значит, дело в том, что никакого такого менструального цикла ни у одного млекопитающего на свете, кроме Homo sapiens, нет. У самых млекопитающих совершенно иначе все дела должны быть организованы. Называется это дело эстральный цикл или течка. По ходу эструса, значит, дело в том, что яичники, ну это абсолютно у всех, не постоянно каждый день формируют яйцеклетки, а с определенной периодичностью. Так? Хорошо. При этом сформированная яйцеклетка останется жизнеспособной всего 40 часов. Если оплодотворение не произошло, то самке надо ждать следующего цикла. Так? Значит, идея, что у каждой самки должен быть один детеныш, это порождение мегаполисной практики, то есть на самом деле последнего века, человеческой жизни. Вообще-то вид Homo sapiens sapiens. На какое количество детенышей от одной самки рассчитано? По идее, биологически представители нашего вида, барышни, сколько вы, по идее, еще раз подчеркиваю, не по социальным, не по культурным нормам, а с точки зрения строения вашего организма, на какое количество род он рассчитан? 8-15. Это понятно? Причина простейшая. По-моему, я вопрос этот вам в прошлый раз задавал. Поднимайте руки, кто в школе капитанскую дочку Пушкина уже проходил. О, ура, ура, опускайте руки. Контрольный вопрос. Сколько детей было в семье Гринёва, главного героя? 8. А сколько осталось? 1. А речь идет о 19 веке. Значит, граница 18-19 века, уровень детской смертности чудовищный, с нашей точки зрения, и совершенно нормальный с биологических точек зрения. Так что тело не рассчитано на город, на городскую жизнь. Тело рассчитано на те условия, в которых оно формировалось в течение миллионов лет. Да? Значит, поэтому здесь свои игры, которые имеют историю, действительно, там миллионнолетней традиции. Почему об этом заговорил? Исходя из вашего вопроса, повторите его еще раз. Нет, ваш вопрос. Какое это имеет значение для контакта, для общения? Седалищная мозоль. Классно. Скажите, пожалуйста, самка любого примата. Вот у нее течка, у нее эструс. Она заинтересована в том, чтобы именно в это время у нее был половой контакт. Разумеется, только в этом заинтересована. Как это можно обеспечить? Изменением всей знаковой системы, связанной с гениталиями, с половыми органами. Во-первых, запах, во-вторых, размер и форма, в-третьих, изменение цвета. Если у кого-нибудь есть собака дома, и если это, как сейчас принято говорить, на политкорректном городском языке девочка, вообще-то в русском языке есть такое название «сука». Не ругательное, а обозначающее. Самка собаки называется «сука». И вся высокая литература 19 века, возьмите Гоголя, возьмите Пушкина, воспринимали они это слово как что-то за...
представьте себе, там, я не знаю, Ноздрёва, который, рассуждая о своей псарне, называет своих собак девочками. Угу. Понятно, что деревянная железка, это ещё совершенно невозможно. А в результате обследование генитальной зоны является исключительно важным моментом в жизни любого приматского сообщества. Степень готовности к получению потомства. Более важного вопроса в сообществе просто нет. Понимаете? Пытаться примиривать к решению биологических задач нормы, человеческие нормы морали мегаполисного варианта общения, мягко говоря, немножко неуместно. Потому что не так жизнь устроена.